Люберцы готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В округе определено 68 мест, где жители смогут принять в нем участие. Из-за пандемии процедура пройдет в новом формате. Луиза Егезарян расскажет подробнее. Участники голосования увидят в бюллетене всего один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституции РФ? Вариантов ответа два – да или нет. Несмотря на то, что сама процедура займет у каждого человека несколько минут, подготовка к грядущему голосованию масштабная. Прежде всего, позаботились о безопасности и здоровье тех, кто посетит участок. Общероссийское голосование, оно должно проходить в строгом соблюдении всех правил безопасности, охраны жизни и здоровья участников голосования. Поэтому мы голосуем такой длительный период – с 25 июня по 1 июля включительно. С 25 по 30 июня выразить свое волеизъявление можно будет на свежем воздухе. Мобильные пункты разместятся на придомовых территориях рядом с избирательными участками. Узнать все локации и режим работы комиссии можно на сайте администрации округа. 1 июля, это у нас такой основной день, мы все голосуем в участковых комиссиях. С 8 до 20 во двор мы не выходим. Самое главное – взять с собой паспорт. Все остальное – маску, перчатки, антисептик – дадут на месте. Сразу после завершения голосования члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. За прозрачностью и легитимностью будут следить около 400 наблюдателей. Ознакомиться со всей информацией, связанной с проведением общероссийского голосования, можно на сайте конституция2020.рф. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.